Сегодня мне 47 лет. Но засниму я в палатке. Вчера пришел уставший, очень сильно меня вырубило буквально. Вот я все побросал тут, поел и вырубило меня. Даже не пошел я на озеро, чтобы постирать свои вещи, весь такой потный. Ну, это мой первый день рождения, когда я проснулся, с удивлением обнаружил письма, уведомления с форумов с днем рождения, ну, технические, которые. Совершенно не чувствую, что у меня какой-то день рождения. Никто меня пока из людей не поздравлял. Вот. Ну, чувствую я, что я погибаю во Франции. Лишили меня помощи. Говорят, что не могут они возобновить эту помощь. Вот и моя стоянка. Конечно же, это все вранье, все они могут. 40 дней в лесу я, конечно, был правильно настроен, хорошо настроен, но потом меня сбило с толку то, что я хотел вернуть вещи, деньги людям знакомым. Хотел донести до них, ну вот я вернулся, донес, и что? Ведь опять нужно уходить куда-то умирать, потому что как иначе умереть? Посоветуйте, как умереть безболезненно. Ну, даже от голодовки, и то все тело болит уже через 2 недели, если не кушать. Ну, как себя убить, чтобы выполнить их, так сказать, ну, приговор не приговор, но такой вот у них, такая атмосфера у них тут, убей себя. Вот, они как бы это всем своим действием говорят, всем поведением. Ну, как себе убьешь? Очень трудно себе убить, поэтому вот и собрался я вот в лес около Нанси. Вот. Ну, а здесь собираюсь лес на запад от Страсбурга. Ну, все, отдал, деньги отдал, но вчера мне восстановили домисиль, ну, адрес. То есть почтовый ящик просто, забирать письма где, и все. И дали карточку на бесплатные продукты вот сегодня забирать. Ну, конечно, я их в основном не смогу кушать, пользоваться ими, поскольку это или большие банки, которые пропадут на следующий день в лесу, или это что-то то, что я не могу есть и никогда не ел, всякие там чипсы, я их просто не буду. Ну, даже от голода, ну, может быть, варить из них какой-то суп можно будет. Ну, в общем, надежды никакой. Чувствую себя уже мертвым. Вот, вспоминаю, 4 года назад, перед моим днем рождения тоже, в мае, вот, брат умер. Ну, так что ничего нового вот такого нету в этом. Все умирают вокруг меня. Рано или поздно умрут все, да? Ну, я, наверное, умру. Так что, как ни удивительно, свой день рождения, думаю о смерти. Ну, как похудел до сих пор. Лицо даже не пополнило. Они даже в госпитале надо мной издевались, альзасцы. Не говоря о том, что уже о тех организациях, которые занимаются беженцами, которые делают это как бы умышленно. Даже в госпитале люди не имеют милосердия. Ну, конечно, там же асоциопаты в основном. Ну, нашлись и хорошие асоциопаты. Я мечтаю, конечно, написать о Франции, об Австрии, о Польше, написать о своих похождениях. Было бы очень интересно, но я не верю, что когда-либо это случится. Не верю. Это так маловероятно. Неужели? Ну ладно, всего хорошего. Надеюсь, я еще проживу 48-летним хотя бы месяца 2, там, полтора. Может быть. Но я не надеюсь, что до 50 вообще, до 49 доживу до 50. Это невероятно.